Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем привет! Это программа «Обзор социальных сетей». Меня зовут Сережа Георгиевич. Поехали! Нам, в «О чем поет страна», можно присылать не только клипы. Горячо приветствуется, когда вы прикрепляете информацию о себе. Некоторые расписывают аж всю свою биографию с деталями и подробностями. И это очень круто. Именно так поступил Анатолий Таволжанский, которого вы наверняка помните по таким шлягерам, как «Целуй, голимая маленькая Одесса, пока он живой». И это не одно название, а целых три. Пусть кружит пролетающих лет листопад, наступает апрель, как всегда, не попад. Я в удачи косяк, бью дуплетом и в лед. Что ушло, то ушло, что придет, тот придет. Немножко зачитаю из того письма, что нам прислал Анатолий Таволжанский. Анатолий Викторович, автор и исполнитель собственных песен, родился в городе Алчевске, Луганской области. В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, представитель перестроечной волны музыкантов 80-х-90-х годов. В 2012 году в альбоме «Как карта ляжет», который записал Робик Черный и группа «Острок», представлены несколько песен в исполнении Анатолия Таволжанского. Из них приобрели популярность «Снова в Одессе», «Фраерское счастье», «Шулер Кеша». О, да, я постоянно их повсюду слышу. Давайте обратимся к социальным сетям Анатолия Таволжанского и посмотрим, так ли все алмазно и барно у него там. Анатолий сам прислал нам ссылки. ВКонтакте. Паблик называется «Баян Рекордс». Подписчиков мало. Всего 22. Почему выбрано такое название, одному только Анатолию известно. Постов крайне мало. Активности никакой. Единственный плюс – описание группы. «Баян Рекордс». Продвигаем свои песни от подворотни до радио FM. У Анатолия Таволжанского это получилось. Правда, не на радио, а сразу на телевидении. Думаю, это тоже сгодится. А за ВКонтакте? Ну, ставлю двойку. Нужно уделять больше внимания. Да. 5 способов, как стереть двойку. Исчезнет во мгле из мирской суеты, и по свежей земле разлетятся цветы. Его дом проходной будут помнить всегда, и погаснет в одной из галактик звезда. А пока он живой. Смотрите, смотрите, он на кресле летает. Да блин, это высший класс вообще. В «Одноклассниках» у Анатолия Таволжанского дела обстоят получше. Поэтому долго кота тянуть за одно место не буду. Сразу ставлю четверочку. Вот интересная запись с какой-то даже историей, с личными мыслями. Советую делать побольше таких постов. Я уверен, такому талантливому человеку есть чем поделиться с миром. Потратьте 5 минут времени в день и расскажите, о чем думаете и что чувствуете сегодня. Фоток мало, но я очень надеюсь, что Анатолий увеличит их количество. Сайта нет. Есть только какая-то страничка на портале о шансоне. Сделано коряво, да даже оценки никакой ставить не буду. Нас называют писсуаром Украины, но это важный, извините, атрибут. Без писсуаров страны мало перспективны, таких ни в НАТО, ни в Европу не берут.
Дорогой Анатолий Таволжанский, очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моему совету и активизируетесь в интернете и социальных сетях. И заведите уже Инстаграм. Обещаю, эта фиговина вас затянет. Но несмотря на то, что юзер вы так себе, это не умаляет вашего таланта. Продолжайте творить и радовать нас новыми видеоработами. Может, в следующий раз... Ну, не на кресле полетаете, а на чем-нибудь поэкстремальнее. Например, на гитаре или на пианино. Дорогие друзья, если вы хотите участвовать в программе «О чем поет страна», особо ничего делать и не нужно. Инструкция до безобразия проста. Заходите на сайт шансон.тв, жмите на вкладку «О чем поет страна», заполняйте небольшую анкету, читайте соглашение и загружайте ролик. Помните, искусство принадлежит народу. Это была программа «Обзор социальных сетей». Анатолий Таволжанский, спасибо за творчество. Всем остальным до встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей.